А мне не больно. Эта супружеская пара из села Коктюль оказалась в зоне возможного подтопления. Поэтому семья Берченко попадает в число тех, кому просто необходимо сделать прививку. Прививка от гепатита. А предложение, конечно, Галине Николаевне нашей. Вот. Она ходит, смотрит и сказала, объяснила, почему. Наводнение, вода. Вода нечистая. Поэтому необходимость это есть. Обычно от гепатита А вакцинируются спасатели и медики. Но в этом году в Тюменской области неординарная ситуация. В регион пришла большая вода. Елуторовский – один из районов, который может пострадать от стихии. Не исключено, что паводковая вода несет с собой серьезную угрозу. Ведь проходит она в том числе через колодцы, свалки и выгребные ямы. Об этих рисках фельдшер Галина Григорьева и рассказывает пациентам. И нередко приходится ходить прямо на дом. Я им предлагаю сделать прививочку. Люди относятся к этому вполне адекватно. Отказов практически вообще нет. Желающих вакцинироваться от гепатита А и обезопасить себя много. И некоторые, кстати, не понаслышке знают, насколько это тяжелая болезнь. Очень тяжелое состояние было. Я 42 дня лежала в больнице. Делают прививки и в фельдшерско-акушерских пунктах. Перед тем, как ввести препарат пациента, обязательно осматривают. Вакцина ставится как и детям с 3 лет до 18, так же и взрослому населению. Всем без ограничений. Девочки пригласили, я сразу согласилась, конечно. Я понимаю, что это необходимо во время паводка. Мы довольны, вся деревня довольна. Здесь у нас на 32 человека все приготовлено. Это раскладушки, одеяло, то есть все необходимое. В пункте временного размещения в селе Ослана, который полностью готов к приему пострадавших, открылся и медицинский кабинет, где тоже есть вакцина. Есть вся необходимая вакцина в достаточном количестве. У нас стационарный пункт, который работает ежедневно с 8 до 8. Любой желающий, любой житель Елутровского района может провакцинироваться. Как поведет себя стихия и что она с собой принесет, не знает никто. Поэтому в Тюменской области заранее сформировали необходимый запас вакцины от гепатита А. Юлия Никифорова, Дмитрий Ларичев, Тюменская служба новостей.